Вертолет или что? Мне надо срочно сохраниться, я запускаю демку. Я тоже запускаю. Outlast 2 гребаный. Да-да-да. А, это Welcome, добро пожаловать в демо Outlast 2, блядь. Мне написали. И что-то еще какую-то хрень. О! Крест горит. Найс. Ты уже ушел от меня? Окей. В смысле? Нет, я еще не ушел. Нет, я не ушел. Слышишь? У меня только трейлер идет, слышишь? Трейлер? Да-да-да. Не, у меня идут черный экран, короче, и разговаривает. Надписи. А, ну вот, у меня вот так интересно появился. Вот, сейчас мы выпутаемся. Что-то мне уже стрёмно. Мне тоже очков, поэтому... Как вспомню... Готовы. Outlast 1, ёпты. Я слышу какие-то шаги. И... Мой персонаж... Уже что-то там... Дудосит. Эрю, я как вспомню... Outlast 1, бля, это вообще... Задница была. Ох, ебать. Особенно, когда ты от них убегаешь. Я кру... Я на скале, короче, какой-то. Как я говорит упал. Олег, пеги-пеги. Слышишь? Я вижу, на горе. Слышу, точнее. Упал. Я тоже шлёпнулся. Очки беру. Только шлёпнулся. Жди меня. Жду. У меня только трейлер сейчас. Пойдем. Я не вместе пойдем. Май гад. У меня нога... А, нет. О, май гарабл, бля. О, камера. Главное взять камеру, да? В нужной главное ситуации. Главное взять камеру, ёпта. Так, что мы делаем? Так, мы хромаем, как я понимаю, да? А у меня сам конечно идет, слышишь? Он сам идет, я только сорю. Ну сейчас, подожди. А вот, все. Так, какое здесь управление? Тоже осталось или нет? Или поменялось? Я просто не знаю. Блин, ну с графикой тут все хорошо, я смотрю. С графикой все отлично. Да. Дай-ка я убавлю звук, еще чуть-чуть капель. А, правую мышку, чтобы достать камеру. Правую кнопку мыши. Чтобы включить подсветку, включите, нажмите F. Зум, маус. А, колесико мыши, это зум, понял. Так, пока уберем камеру. Будем осматриваться, Никит. Да-да. Идем. Диман не пишет. Все стрёмно. О, радуга, слышь? Я радугу нашёл. А тут какая графика? Подожди. На луну посмотрите, ребят. Медиум. Вообще... А, слышь? Чё? А медиум это самое... Это высоко, medium? Да? Медиум? Нет. Медиум это среднее. А чё? Да я просто сорю. Чтобы перепрыгнуть, нажмите space, то бишь пробел. Найс. Так. Так, ну чё, поехали. Так я уже у дома какого-то. Играем. Вау. Здесь. Да? Я тоже. Ну я иду только, слышишь? Я зачем бегу? О, подожди, дверь. Как камеру взять? У камеру взял, нажмите. А как? Фонарик. Hello? Слышишь? I'm lost. Что-то я очку. Я куда-то перепрыгнул. Так, в дверь я не могу войти. Дверь, я войти не могу, что он здесь. Я стучу, слышишь? Я стучу сюда. Я тоже стучался. Но меня никто не открыл, блядь. Ни пчеланым костям не открываем. Тихо, я слышу какие-то шаги. Ё-мать. Дай-ка еще раз на сырочке пошарюсь. Чтобы бежать, нажмите Shift, понял? О, блин, кто здесь? Твою мать. Здесь это ходит, ёпта. Да-да-да, я к тебе говорю, как ходит. Меня шлагает, слышишь? Кто здесь? Кто здесь? Лагает у тебя? Там дверь! Я нормально. Чё? Я в дверь зашёл куда? Лол. Здорово, пацаны, как дела? Здорово, эй. А есть там? Там труп. У тебя кто? Труп? Тут труп. Двери, да? Труп? Труп. Где ты? Какую? Я какую-то батарею. А как взять? Поменять батарейку, нажмите R. Ой, я батарейку взял. Тут труп. А где ты взял батарейку? Скажи. В домике. Блин. Ёб твою мать. Я думал, что там у тебя? Ходит, блин. Чё там у тебя? Там в двери кто-то ломится, слышишь? Да? Я тоже слышу какие-то шаги. Слышь, я в дверь какую-то вошел. Ева, я люблю. Сапоги. Раз продажа, продаются сапоги, мать вашу. Подходите. Там человек орёт. Тут вдох. Фу, здесь воняет, наверное. Слушай, там человек орёт, и кто-то ломится в дверь. Чувак, я тебе не завидую, здесь только мух. Там человек! Слышишь, там человек какой-то стоит. Пусть стоит. Я только в доме еще пока. Ты в доме? Да. Сейчас ты видишь. Кто-то не рассказывай ломится... мне, не рассказывай мне. А то мне будет не идти. Слушай, да? Ну, я реально стучу в дверь, ёпты. Я думал, это миф, блядь. Он реально стучит в дверь ногой, блядь. Фу-фу-фу. Мама, я схожу с ума. Так, станок. Блин,
видео. Натуре в шляпе, слышит? Это Зорро! Это Зорро, блядь! Серьезно, это Зорро! Это Зорро по-любому! Я ничего не боюсь, все, я иду! Слышь, Дудос в комбинезоне, блядь! Я тебе говорю! В шляпе, ёптва! Да, я тебе говорю! Блядь, там кого-то резут, ёпта! Кто здесь? Где я вообще? Кто здесь? Нет! Где, куда я иду? Я постучался в дверь и пошел. Ворона! Товарищ Ворона! Вы куда полетели? Я боюсь, слышишь? Я реально... Заберите меня, пожалуйста. Там труп. Сука, мне страшно от этой музыки, мать ее. Да, разработчики вот Last постарались. Да. Мама, мама. Меня удивить. По-любому в этой воде может наныкаться. Как-то. Какая вода? Слышишь, там дверь открывается. Это нормально? Я думаю... Чего, Ника? Как поменять батареечку? Наверх. Понял. Да. Там человек ходит. Там кто-то ходит. А как мне туда? Там кто-то ходит. Так, у нас нету батареек. Это плохо. Я помню, в первом Outlast это был дефицит. Батареек это был дефицит просто. Помню наши времена. Открыл. Ага. Давай. А ты где? О, батарейка. Найс. Я иду в доме, я в доме. Зашел. Еще в одном. О, Иисус, здравствуй. Здравствуй, Иисус. Я дверь закрою, на всякий случай, что я боюсь. О, я могу спрятаться в шкафу здесь. Да? Я тоже, кстати, да, могу в шкафу спрятаться. Так. И следуем дальше. О, шины. Мне на мотоцикл, блядь, хотя они будут большие. А куда идти вообще, не пойму, слышишь? О, от моей старой игрушки. А я их искал, блядь. Сейчас, куда твою идти? Твою мать, там в доме кто-то шляется. Я тебе говорю, кто в доме. О, водичка, можно покупаться. Я купаюсь. О, куколки. А это моя лошадка, блядь. Слышишь, ты куда там в двери ломится, я не могу туда зайти. Почему? Так я откуда знаю? Меня спрашиваешь. Как мне ее открыть? Мама, мама. Что такое, подожди? О, я могу в бачке спрятаться. В окно, блядь. Сука. Что там? Скажи. В окно, блядь, залезаешь, сука, туда. Оттуда товарищ Ворона улетает, блядь. И ты пугаешься, как дудосер. А как ты туда залез, скажи мне, пожалуйста. Как, ну, подходишь, ёпты, и открываешь его, блядь. У меня ничего нету. Ну, ты, наверное, не в том. В доме, наверное. Да? Наверное. А, походу, понял. Блин, да, дайте да. мне батарейку. Ой, Ворона, здравствуй, спасибо. Я очканул, ёпта, от неё. Серьёзно? Друг, иди первый, я и боюсь. Я иду. Мама, мама. Я иду дальше, крест. А я открыл. О. Я дверь открыл, мне норм. О, костер. Вспомним Форест. Топать кто-то! Вспомним Форест, блядь. Как можно разжигать костры, блядь. Блядь, а как мне... Батарейка скоро кончится. Ну вас нахуй. Такими играми. О, кресты. Я тебе говорю, я вспомнил этот первый звук, Outlast. Этот звук мне не нравится. А в какую сторону ты идти? Я что-то... Крест, там... Ты в окно же пошел, правильно? Да. Вот, а, вижу, там есть... Ага, да, видишь? Да, да, да. Ты вижу. Туда идешь? Я иду. Давай. Первый. Я иду. Давай. Я бегу. Нет, тихо. Не, я что-то не понял, нифига. Все, я иду. Смотри. Окно, крест. Какой крест? Там кресты. Ну, типа, выходишь из дома, правильно, из этого? Там типа, ну, ты приседа должен, лежа точнее, понял? Сейчас, подожди. Пролезь, там. Сейчас. Ты проходишь через. А, надо выйти из дома. Понял. Да, да, да. Выходи из дома этого. И там будет решетка такая, понял? И ты вылазишь оттуда. А, вот так выйти. Ага, понял. Давай. Вылез? Да. Лезу. Вылез. Под решеткой. Вот, все. И там дальше я туда. А куда я попаду? Тут? Ну все, типа сейчас ты идешь прямо. Майкилы одни, блядь. Да, понимаешь? Вот, и там офигенный звук. Вот сейчас просто иди, послушай. У тебя сердце будет. Ладно, я пошел. Блядь. Мама, 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 мама. Не так стрёмно. Я бегу. Чё за ёбаный в рот тут творится, блядь? Это грёбаный сатана, блядь. Сделал. Где я нахожусь? Я в пещере какой-то, слышишь? Я сейчас наушники сниму, я боюсь. Твою мать, всегда мечтал спуститься в темный подвал, блядь. Да-да-да. Это была моя мечта, блядь, всей жизни, ёпта. Я иду гулять. Вот это, и вот. А, здесь есть свет, слышишь? Свет? Да. Да. Подожди меня, слышишь? У меня голова кружится, давай, я жду. Я уже весь потел, слышишь? Блядь, здесь... Твою грёбаный в рот, блядь.
здесь дети, блядь. Да. Здесь гребаный в рот мертвые дети. Ты в этом где? Ты в домик? Я вот около детей. Давай, в домик иди. Здесь гнебало, что ли, блядь? Да, да. Дальше иди, офигеть. Ребят, если вы сейчас жрете, блядь, вам, наверное, неприятно это будет, блядь. Слышишь, ты зашел в этот домик? Такая, я по лестнице, блядь, поднимаюсь, на. В смысле, по лестнице поднимаюсь? О, ты поднимаешься уже? Да. В смысле, по лестнице? Лошадка, хоть что-то меня, блядь, успокоит. Что за звук это мне? В этой игре, блядь. В смысле, по лестнице? Так, тут какой-то колодец я вижу, слышишь? Блядь, да, там кто-то разговаривает из колодца. Не хочу туда идти. Я пойду дальше, а там ворота. Давай песни попьем. Слышь, ты поднялся? Там кто-то шепчет мне, говорит, Михалыч, блядь. И манит меня, где? Нахуй. С колодца? Манит меня. Ай, блядь! Сука! Чудом. Твою мать! Чудом. Не лезь в колодец, блядь. Не лезь? Гребаный ублюдок какой-то здесь. Да? Блядь. Дай наушники сниму, слышишь, подожди. Я провалился, блядь, в какую-то гребаную шахту. Сука! Я в колодец полез. Блядь. Ого! Понял? Блядь. Не зря нос снял. Слышь, у меня нету батареек. Найс. И у меня кончается она. Как мне быть? Не знаю, я ползу. Я в какой-то шахте, блядь, сраной. Я и тоже. Меня кто-то шепчет, какая-то баба. Мне нет. Ева. Да, ну, с графикой мне все нравится. Да, я боюсь только. Будем ждать выхода игры, мы обязательно идем. Пройдем, блядь! Идите вы нахер с такими играми, блядь. Че там, блядь, я боюсь. Я не хочу быть седым в 22 года, блядь. Бля, мне страшно, я уже просто... Слышу, как ты орешь, и я просто ползу по туннелю и боюсь. Ёп! Твою мать, тут можно мама через 4? О, школьная, о, здорово, это я в школе. Школе, ёпта. Слышь, будем учиться. Мы, короче, в классе географии, блядь, изучаем карту мира. Реально здесь карта мира? Раша, Китай. Слышишь? А ты вышел, да? Ты Канада, Бразилия, вижу. Слышишь? Кто-то смеется. Ты хрен с ним пусть смеется, здесь вообще... Время у нас сколько? Так, 20 минут седьмого. Здесь реально ходят они. Ну чё, открывай дверь? Нет, зажгите, нет, подожди. Свечи. Подожди, что-то. А, батареечка, во. Где? Так. Где ты нашел батарею? На столе. Рюмка водки на столе. Стол можно открыть, нет? Блин, ну как он упал, я тычка. А здесь можно. Видишь? Я пошел дальше, Андрюх. А куда ты именно пошел? По прямому коридору. Прямо. Чё за? А как мне ее открыть? Чё за? Нельзя открыть ее? Другая там дверь. Давай. Толика. Она не открывается, другая дверь. Я просто хочу... Слышь, я не могу там зайти в дверь. Там кто-то ходит. А, во, все открыл. Блять. Ребята, открывайте твою дверь. Твою мать. Еба! Я могу открыть эту дверь? Там кто-то ржет прямо рядом около меня. Подожди меня. Кто-то открыл! Блять. Мама, твою мать. Я схожу с ума. Мама, я схожу с ума. Мама, это Outlast 2. Мама. О боже, мама, я схожу с ума. Андрюх. Игруха Outlast 2. Андрюх. Самая страшная. Ёб твою мать. Знаешь, что сейчас? О, батареечка. Я сейчас покрутил какую-то фигню. Вот сейчас будет по-любому где-то здесь, бич. Боже, мама, я схожу с ума. Я спрятался. Кто не спрятался, я не виноват. У меня зомбик тебя проскочил. Это не зомбик, это какая-то гребаная тень. А что мне делать? Обосраться. Я слышу офигенный звук. Что делать-то? Вот какая-то дверь есть. Не открывается. А не про... Ящик. Ящик какой-то нашел, там какая-то, короче, шкатулка. Да. Покрутишь себе жопа. Почему? Ну сейчас покрути, сейчас ты увидишь. Что, хорошая музыка, мне нравится. Да, ну, что? Мне нравится. Что увидишь, да? Эй! Эй, патимейкер! Мистер К. Мама. А что он ее поставил? Музыка-то хорошая была. Мама. Гребаный ублюдок. Открывай дверь. О боже, Чё? Эй, я тебя сейчас поржу, бля. Смешно. Да. До свидания. Смешно. Нету, блядь, ни хрена не смешно. Ёп! Твою мать. Что это?
Да мне... Ой, ё! Блин! Сука! Гребаные ублюдки! Куда мне идти? Мама, мама, я схожу с ума. Её улыбка, мама, кругом голова. Я пошёл дальше, потому что я дудос. Поздравляю тебя. Тихо, тихо. Да. Я сейчас пересрал. Да. Вообще конкретно. Вот это. Бабуль, да, какая-то выскочила, да? Блин, я не хочу. Отвечаю. Да. Я не хочу больше играть в эту игру. А ты что думал, что я за? Уберите меня, удалите мне ее. Я в какой-то ящик попал. Да. Какая-то комната. Да, я что за плохо стал. Натуре, у меня сейчас разболелось. Здравствуй, здравствуй, мама. А как я попал сюда, если здесь стена, блядь? Да, это то же самое. Здравствуй. Боже, что здесь, блядь, тварь? Где я вообще нахожусь? Это какая-то католическая там церковь, что ли? Там висит. Там висит человек. Это какая-то там католическая... висит человек. Где девка какая-то бегает, сучка? Джессика. Вы дебилы. Джессика! Как можно играть в эту игру? Ты психически уравновешенный человек! Кто, блядь, создавал эту игру, блядь? Первую и вторую гребаную часть. Дрюк, забрали человека просто так. Джессика, я бегу к тебе! А, сейчас я. Куда ты? Алло! Куда он ее забрал? Кто там забрали, нормально. Это. Я ненавижу похоже... такие звуки. Такие звуки, слышишь? Фу, поехали! Дудос! Отстань! Отстань от меня! Отстань от меня! Дудос! Иди! 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 Вниз! Блин, меня кто-то взял! Да? Да! Блин, я меня вышвырнул по лестнице! Да? Ну давай, я тоже. Что за хрень? Ну давай, забирай меня. Что? Куда мне идти? Куда? Твою мать, он его рубит! Твою мать! Где моя камера? Обосраться они. Встать! Слышь, они за мной. За мной гонятся! За мной реально гонятся! За меня же залагал! Великий кукурузу по кукурузному полю, блядь, бегу! Кукурузник! Вставай, молодой, альфа-самец, бежим! Прячься, плиз. За мной бегут. А где ты прятался, Дудос? Я по кукурузе бегу. Я в бочку какую-то спрятался. Где? Какой-то бочке спрятался. Там свет какой-то, слышишь? Там они гонятся, короче, там много. Понял? Тихо, они разговаривают. Они ищут меня. Я спрятался в бочке, слышишь? В бочке? Да реально спрятался в бочке. Они ходят. Я тоже в бочке, слышишь, я в бочке. До свидос. О, лысый, иди пописай, ёпта. Ты меня не найдешь, лысый. Это Джейсон, стопудово. У него мачете, блять, он лысый. Слышишь, около меня ходит бич. Он лысый, у него мачете, ёпта. Слышь, не разговаривай. О, да, они разговаривают только у меня. Я сейчас упаду вместе с этой бочкой, блять, перевернусь. Слышь, это же бочка. Это угар. Слышь, а ты еще, они разговаривают, да? Ладно. Короче, надо отсюда как-то сваливать. А что, ты вылез? Я вылезаю. Короче, раз, два, три. Вылезай. Бежим. Твою мать, он меня нашел. Меня тоже. Походу. А, не нашел. Бежим. Мама, я схожу с ума. Это как этот. Раньше был такой, мультик был такой. Пивис и Баткет. Я великий кукурузу, ёпта. Я великий кукурузник. Где я бегу? У меня убили. Или что? Блин, тут двое. Твою мать, их там трое. Беги, чувак, беги. А как разворачиваться, как? Меня убили. Слышишь, меня убили. Как разворачиваться? Куда мне бежать? Я не понимаю, куда мне бежать. Тоже не понимаю. О, ворона, здорово. Это, боже, это... Я не знаю. Когда выйдет эта игра, мы обязательно ее пройдем. О, пацаны. Блин, они меня ищут. Чувак. Думаешь, меня не ищут? Я в бочке еще прячусь. Не, норм. Не, я от них убегаю. Куда-то я попал куда-то. Где? Куда мне бежать? Я бочка. Куда мне бежать? Вижу, куда мне бежать. Вижу. Куда бежал? Куда бежал? А здесь, короче, где какая-то истерица какая-то, короче. Твою мать, здесь опять Дудос. Здесь опять Дудос. Блядь, куда бежать? Я не понимаю. Они меня сейчас найдут. Я а, во, вижу.
Бежи. Прям укол. О, лысый, здорово. Лысый, здорово. Я упал куда-то. Я куда-то скатился. Ты меня не видишь. Я скатился. Ты меня не видишь. Ведьма! Ведьма! Слышь? Ты меня видишь. Ой, блядь. Она отрубила мне яйца. Твою мать. Она меня убила. Подожди. А, у тебя убили? А у вас два. Все, что ли? Твиттер, Фейсбук. Мама, я выхожу на свободу к попугаю. Мама, здорово. А, весь вижу. Предзаказ чё? Игры. Слышишь? И чё, весельница, и чё дальше? Получишь седые, блядь, волосы. Сука. Всё, у меня кончилось. А за мной бегут. Я убежал, меня поймала ведьма, отрубила мне яйца. И у меня кончилась игра. О, я убежал! Я куда-то убежал. И у меня кончилась игра, ёпты. Всё. Здорово. Будем проходить полную версию, блядь, этой игры. По-любому. Бля, меня опять убили, слышишь, я не знаю, куда бежать, слышишь? Куда бежать? Всё. Я не понял. Меня убили, слышишь?